ним должно быть все в порядке. Одно устройство в районе 2000 рублей. Посмотрел на Авито, там 2-2,5 продают их в среднем. Вот такой ценник. Значит, дальше что у нас? Петли идут. Ну, они особо тут, не знаю, посмотрел, 1000 рублей. Опять же, ну, можно будет поторговаться. Динамики. Здесь такие вот довольно-таки мощные у нас динамики. Подключение, разъем. Их тоже поглядел, не знаю, средний взял 1000 рублей. Там и по 2 встречаются, по 2,5. Вот тут, в принципе, все оригинал, как бы. Вот так, система охлаждения. Такая вот у нас бандурина. Вот, по 3 медных трубки с каждой стороны, по 2 вентилятора. Вот, вентиляторы, такая вот моделька. Вот, тоже посмотрел, мало продают и по 4000, и по 3. Оставлю 2000. Ну, я думаю, нужно забрать, кому надо будет. Вот. А шлейф матрицы. Ну, тут рублей 500 будет. Больше особо смысла нет вставлять. Да, рублей 500. Вот. Платочка. Не знаю, под восстановление ее. Потому что USB-шка здесь убитая, вырвана. Вот. А так, кнопка включения есть. Вот. Кстати, платочки по 2-2,5 тысячи продают. Мы будем продавать от 500 до 1000 под восстановление. Я думаю, сделают ее умельцы. Вот так. Кабель питания, значит, разъем. Ну, рублей 300 это будет. Так, кстати, шлейфик забыл. Шлейфик — это от той платки включения. Вот, и материнская плата, да, у нас получается. Здесь процессор у нее идет i7-7700HQ. Вот, да, модельку тут видно будет, не видно. Вот здесь вот, да, видно ее. Вот этот код. Вот, в общем, i7 процессор и дискретная видеокарта GTX 1050. В принципе, ничего тут не отпаивалось. Вот, материнская плата 5000 рублей поставил. Продают намного дороже. И по 10 видео, и по 6 видео. Вот, с i7 именно. Тут уже под восстановление. А в нормальном состоянии под 17 и под 20 тысяч продают рабочим. То бишь, вот. Bluetooth Wi-Fi адаптер. Ну, так, в районе 500 рублей будет Intel. Ну, там плюс-минус, может быть, сторгуем, посмотрим. Ну, в районе 500, я думаю, он стоит. Аккумулятор я не стал, кстати, продавать, а на батарейке его разобрал. Батареечки там оригинальные, самсунговские, причем хорошие. Вот, еще держат заряд, пригодятся, в быту продавать не буду. Матрица здесь 17.3, матовая. Ценники тоже на нее там прыгают, но выставим в районе 5000 рублей, потому что там и до 10 даже есть, и выше. Так что уж не знаю, насколько это адекватная цена будет, но я думаю, за такую матрицу, в принципе, будет нормальная стоимость. Вот. Будем так выставлять. В общем, такой вот ноутбук получается. В принципе, взял его выгодно и... даже с учетом всех этих цен, что-то там продастся, и, в принципе, одна продажа окупает всю стоимость закупочную, да, вот этого ноутбука, ну, остальное уже там в плюсе. Вот. Конечно, это все будет долго продаваться, но у меня не один ноутбук, их очень много, и это все сегодня там берут, такую детальку, послезавтра другую и так далее. В принципе, заработок движется. Главное, чтобы это было стабильно и количество ноутбуков увеличивалось. Вот. Ну и надо все хранить везде, выставлять, следить за актуальностью. В общем, такая работенка, ну, зарабатывать можно. В общем, у кого какие вопросы, замечания, предложения, пишите их в комментариях. На канал подписывайтесь, лайки ставьте. До новых встреч, всем пока.